Всем доброе утро, всем привет! Сегодня у нас пятница, и сейчас, наверное, начало 11-го, где-то 10:30. Вот. Ваня в университете, а я сейчас еду в Сабадель суд, там меня заберет дядя Вова, и мы с ним поедем в аэропорт. Мне нужно растаможить одну посылку, сделать растаможку. А так как Ваня утром учится, я попросила, чтобы дядя Вова со мной съездил. Потому что до аэропорта, именно туда, куда мне нужно, публичный транспорт не ходит. Туда нужно только на машине добираться. Если бы у меня была своя машина, если бы у меня были права, на которые я, кстати, в этом году, точнее, не в этом, а в 2017 году, я буду сдавать на права и буду ездить на машине. Вот, я очень этому рада. Вот, ну а пока что приходится вот просить. Слава богу, дядя Вова сегодня не занят. Утро у него свободно, и он... Ой, спасибо ему, отвезет меня. Я там порешаю дела, и потом вернусь. Вот. Так, сейчас я иду на станцию, потому что мне в 11 где-то нужно быть уже в Сабаделе. По идее, дядя Вова меня где-то в это время будет там ждать. Но я ему еще напишу, позвоню. Вот это он. Они сейчас с тетей, по идее, возвращаются с спортзала. Что они по утрам ходят, а мы сегодня вечером идем в спортзал. Так что меня тут никто не сбил. Ой. Кстати, утречком-то довольно так свежо, хорошо. Я не брала с собой ни жакет, ни куртку, ничего, потому что тепло. Особенно в обед очень тепло. Ой, у нас трава зеленая, то зеленая, лишь слегка листья желтеют, и то не на всех деревьях. Ой, хорошо так прогуляться утром. Классно. Никого нет из людей, только одни машины ездят. И я хочу ездить на машине. Ребят, вот я и снова дома, вернулась с аэропорта, все, забрала посылку, все, чики-пуки. О, сейчас буду завтракать что-нибудь, потому что что-то я проголодалась. Сейчас уже начало, наверное, сколько тут время-то, сейчас посмотрю. О, уже 10 минут второго, час 10. Ой. Так, где мои ключи? Сейчас нас будет встречать Пума. Сянечка. Сейчас. Кто тут сидит, меня ждет? Моя Пуся. Пусечка. Привет, моя девочка. Ты успела соскучиться, да? Вот, это наша... Она как собачка, она ждет нас, постоянно встречает. Моя девочка. Всем привет, я вернулся с учебы, Катя у нас поспала. И, короче, я пришел, говорю, Кате, что-то так спать хочется, не выспался. Давай ляжем, полежим, ну, поспим. В итоге я чуть не уснул, потом сел, там, разбирался PlayStation. А у нас Катя уснула, часа, наверное, два поспала, да? Полтора часа, наверное, ты точно, да, поспала? Наверное, да. В общем, такие вот у нас дела. Вот, пока мы еще не знаем, что мы будем делать сегодня, потому что уже 4 часа дня. Вот, вечером я иду играть в футбик. А сейчас мы попьем кофейку. Катя делает кофе. Вот, а дальше я не знаю, что мы будем делать. Пока неизвестно. У тебя есть какие-то предположения? Ну, я знаю. Но на спортзал сейчас ходить сегодня. Сегодня? Ну да. Сегодня же у нас... Пятница. Да. У тебя есть желание сегодня пить что-то? Но дело в том, что даже я сегодня пойду в футбик играть, я не знаю, если я схожу в спортзал, как я потом буду в футбик играть. Знаю. Может, завтра сходим в спортзал? Давай завтра сходим. Утром. Давай. Ну, утром. Встанем, не утром, в смысле, встанем и пойдем. Давай. Давай, да? Серьезно, прям вообще такие вот это. Угу. Хорошо.
Ой, ребят, наконец-таки мы выбрались из дома. Куда мы сейчас едем? В террасу, в центр? Да, в террасу. Все, едем в террасу, в центр погуляем. Как раз у нас что-то такой ветерочек прохладненький. Проветримся немножко. Да? Мы прогуляемся, потом Ваня идет на футбол. Это попозже. Попозже. Ладно, приедем в центр, включимся снова. Мы с Ваней ищем тут один магазин, и мы попали на площадь, где очень-очень много детей. Получилось? Кажется, смотрите, сзади нас площадка детская. И вот, малышня, смотрите, сколько их везде. Так много, просто сейчас как раз их... Вон в ту сторону идет. Не в ту? У нас навигатор плохо работает. Просто сейчас время, когда школы позакрывали, всех забрали с учебы, и они сейчас все гуляют, потому что сейчас тепло, дома сидеть никто не хочет, а мы в поисках магазина. Потому что мы идем, у нас увеличивается количество минут. Это ненормально. Все, наконец-то мы нашли этот магазин. Он оказался прям в самом центре, в центре всех центров. Так что идем. Идем вовнутрь. У нас, кстати, здесь в террасе праздник. Вся Рамбля у нас перекрыта, продают всякие штучки. Ты мне скажи, когда у нас нет праздника? Тут постоянно праздники какие-то. Это же круто. Люди вон отдыхают. Пошли, пройдемся тоже. Ну, ай, нам уже красный. Не буду идти. Я хотел что-то сесть. Где? Вон голову. Тут пошли на лавочке сядем. Вот лавочка, сейчас мы на эту лавочку сядем. Все. Все, далеко мы ушли от магазина. Короче, мы зашли в этот магазин. Мы в него вернулись. Да, потому что в этом магазине это единственный магазин, где до сих пор продаются iPhone 7 Plus. В остальных... iPhone 1. Ну да, во всех магазинах все закончилось. И нужно ждать полтора месяца. Так что здесь последний. Единственное, что это семерка плюс матового черного цвета. Угу. Вот я вообще хотела другой, но я подумала, с другой стороны, я... Ну, на практике вот у меня темно-серого цвета телефон, я всегда носила... Ну да. И я пришла к выводу, что все равно я телефоны всегда ношу в чехлах. Поэтому мне, в принципе, все равно какого бы цвета. Ну да. Я хочу вон тут розовый. Чехол? Мне кажется, он с черным будет классно смотреться. Кто-то у нас здесь довольно идет. Я. Ну давай, выходи. Выходим, выходим. Будешь показывать или будешь ходить с пакетиком? Я хочу его открыть. Дома? Едем домой? Не знаю, куда. Не знаю. Я тоже не знаю. Нам нужно в этом зайти в магазин в один. Какой? Я не помню, как он называется. Смотрите, какой я взяла чехол. Розовый блестящий. Вообще такого нет, не было чехла. Нет. Розового блестящего. Нет, такого не было. Впервые в истории. Кстати, сразу, я думаю, будут вопросы насчет того, что почему Ване не покупаете айфоны. Люди, мне айфоны не нравятся, поэтому я не хожу с айфоном. У меня отличный телефон. Последняя модель Samsung. Да, ребята, ничем что... не хуже Катиного айфона. Поэтому не нужно писать, что меня обделили. Меня я просто в шоке, говорит. Типа, фу, Ваня ходит с Samsung, Катя с айфоном. Люди, нормально все? Все, отлично. Все, пошли, мне нужно в магазин. Мне кажется, он чуть-чуть дальше. Ну, пошли. Пойдем нам. Ты довольна? Да. Да. Да, я довольна. Кстати, мне еще, знаете, что часто в комментариях спрашивают: Катя, куда ты дела свой 4-й айфон? А свою 4-ку я подарила своей двоюродной сестре Алинке. А вот этот телефон, который 6-ка у меня, я хочу подарить его своей маме. Потому что продавать не хочу. Зачем продавать? В принципе, я могу его продать. Но я не хочу его продавать, потому что хочу, чтобы мама с ним ходила. Да, у Катиной мамы телефон очень плохо сейчас работает. Она как раз себе хочет новый телефон. А мы привезем ей, и ей очень понравится. Я думаю, да. Так что
Так что у нас все телефоны пристроены. Но еще мне, короче, мой одноклассник говорит: Катя, ты будешь 7-й покупать? Я говорю: да, буду. Он говорит: а это ты будешь продавать? Я говорю: ты хочешь купить? Он говорит: ну если ты будешь продавать, то да. Я говорю: ну я его маме своей подарю. Он такой: а, ну ладно. Говорит: а можно мне подарить, да? Так что вот такие вот делишки. Смотрите, ребят, нашла я магазинчик с капкейками. У меня раньше была мечта открыть свой подобный магазинчик, свою подобную маленькую пекарню, но уже кто-то это сделал. И тут так симпатичненько все так. Смотрите, сколько там кексов много. И вот всякие. О, Зай, тут есть радужные. Радужные кексы, как мы делали, смотри, с радугой. Точно. С радугой, с маленькими маршмеллоу. Они у нас украли. С Орео, смотри. Классно. Спасибо, вот, так что, да, так что вот такой вот магазинчик теперь у нас тут есть. Ладно, пошли дальше. Крутой испанский рэпчик. Ты что не подпеваешь? В общем, что, когда у нас сейчас делает быстрый анбоксинг, прям не входя от кассы. Ну, я думаю, уже все много раз видели. Ты смотри, это по-другому сделано. Да, это по-другому. Тут музычка играет. Это не очень хорошо. Вау. Что, лежит? Не кирпич? Ага, ничего себе. Тут что, телефон, что ли? Клеивать надо. Надо все отклеить, срочно. Ну, как отклеивать? Слушай, прикольный такой. Матовый. Классно. Ага. Опять такая серьезная сидит. Ты кайфанула? Это самое приятное в открытии, да, оторвать эту пленочку. Да. Все? Там больше ничего нет? Нет, там еще есть. Наклеечки? Я хочу, чтобы ты мне вытащил чехол. А я не могу. В общем, тут еще что, наушнички? Обычные с проводом. Да, обычные, и тут переходник идет. Угу. Зарядка обычная. Все, в принципе. Да, ну там макулатурка лежит еще где-то, да? Да, все. В общем, быстренький анбоксинг. А вот эта коробка, представляете? Давай я открою. А, подожди, я, наверное, поняла. Хотя... Великий момент. Надеваем этот огромный чехол на огромный телефон. Да. Если, смотри, Зай, если он упадет вот так, то ему хана. Не, ему не хана, потому что здесь своя сделана. Да, а тут будет лежать такой маленький камушек. Да. Или камешек. Камешек. Смотри, как смотрится. Черный сразу. Угу. Прикольно. Двойная камера. Такая прикольная. Включать не будешь? Угу. Может, не надо? Почему? Это ж муляж. Мы же муляж купили. Ну да. Видите, да. Здесь все время горит яблочко, оно не гаснет. Это просто наклейка. Смотрите, сейчас я ее отклею. Хорошо, хорошо. Если я поцарапаю этот экран ногтем, то это будет очень плохой экран. Да? Оля. Оля. Мы забыли ставить симку. Мы гении. Ну, сейчас будем вставлять. Так. Выключай. Сначала симку вставим. А, выключай. Кстати, я вспомнила за слово. И мне кажется, сегодня будет отличное слово. Слово, которое вам пригодится, мне кажется, в многих местах. Это слово «занято». По-испански «занято» будет «окупадо». «Окупадо» – «занято». Если вы, допустим... Что? Окупада. Если девушка говорит, я занята, ну, занята. Ну да, окупада. Стой, окупада. Стой, окупада. Я занята. Либо же хочешь идти в туалет, а в телефоне, ой, в телефоне, а в туалете занято. Тебе оттуда кричат, типа, окупада, типа, занято. Ни разу не слышу, чтобы кто не... Нет, у меня такое было. Да? Да. И в этом, в школе, то, ну, в институте тоже. Я захожу в очередь, и там, типа, говорят, ой, там окупада, типа... У нас просто кидают трудную бумагу и все. Вот. Ну, я надеюсь,
это словом пригодится, так что... Да. Ну, оно то есть склоняется, то есть вы можете говорить да, как купалу? Же... Как в женском, так и в мужском роде. Так, вот, все, мы пришли к парковке. Мы сюда дошли быстрее, чем отсюда потому шли. Потому что мы пошли всякими... ненужными... ходами. У нас, кстати, все расписовано, кошмар. В центре, кстати, очень много молодежи, подростков. Да, здесь что-то много. Очень много. Плюс сегодня праздник, плюс пятница. Знаешь, ты классно снимаешь. В нашей зоне вообще молодежи нет. В нашей, там, где мы с вами живем, вообще никого нет. Там. Там семьи, взрослые люди с маленькими детьми. Так, мне уже скоро ехать. Ага. Ой. Мы, кстати, заскочили в Меркадону и немножечко закупились овощами. Сегодня на ужин, ой, какая синяя. В общем, сейчас я вам буду дома показывать, что мы тут купили. Два пакетика, но там в основном одни овощи. Да. Мы только курочку взяли. Я завтра буду в духовке курицу делать, все остальное овощи. Подожди. Что? Хочешь это оставить? Да. Давай. Отвезу. Ой-ой-ой. Заяц, ты меня слышишь? Я испугалась. Да, я испугалась. Что случилось? Итак, мы уже дома. Сейчас буду показывать, что мы тут накупили. Ваня закрыл пакеты, завязал, что по машине продукты не высыпались. Так. Пакетики эти не очень, поэтому я их спокойно рву. Ай! Я хотела все сделать быстренько, а получается как обычно. Ужас. Так, мы взяли кукурузку свежую. Вот такой вот сыр для салатов. Он такими кусочками на брынзу очень похож, такой солененький. Также я взяла вот такие вот маленькие моцарелки. Тоже для салата. Помидорки черри. 3 упаковки. 2 упаковка в другом пакете. Салат. Такой вот. Ой, блин, я не тот взяла. Блин. Я взяла канонигас и рукулу. Фу, я не люблю рукулу. Рукула горькая. Ладно. Взяла брокколи. И кабачки. Цукини, точнее. Вот. В этом пакете у нас огурец один. Ой. Ай. Это тоже завязанный пакет. Так. Огурец 2. 2 огурца взяла. Так, сейчас. Секунду, ребят. 2 руками я сделаю все намного быстрее. Все. 3 упаковка. Так, это чек. 3 упаковка помидорок. Они немножко другие, другой сорт. Потом сеточка лука для салата. Он не такой ядреный. Цветная капуста. И здесь у нас идет домашняя курица. Я взяла 2 окорочка, буду запекать в духовке. И сок такой вот. Ну и все это обошлось. Кстати, в комментариях просили говорить цены по возможности. Ну, в общем, вот что мы купили, все эти овощи и 1 упаковка мяса, нам обошлась в 19,91 евро. То есть 19 евро 91 цент. Вот. Из самого дорогого у нас, получается, за 3,13 была курица. Все остальное до 2 евро стоит. А, и вот капуста, вот этот вот кочан, сколько здесь? Здесь 1 килограмм 100 грамм, 2,10 обошлось, 2 евро 10 копеек. Брокколи 69 центов, ну, в общем, все остальное меньше евро стоит. Вот, так что вот такая вот закупочка, сейчас буду готовить кушать. Единственное, что Ваня кушать сейчас не будет, он едет в этот, на поле играть в футбол. А я приготовлю кушать и покушаю. Я покушаю без тебя, потом ты придешь и покушаешь. Один. Вот и все, что я голодная. Сейчас хочу салат сделать. Ну что, красавчик? Ты вас я? Все, я пошел. Давай. Играть в футбик.
Удачи. Ну, я буду где-то около 11. Окей. Час 9:30, я буду около 11, 2.5 часа. Ну. Окей, хорошо. Все. Все, пока. Ты тут не скучай, но ты не скучать не будешь. Я сейчас вот это буду смотреть. Все, а я это, все, пока, потом пока. Вернусь, буду играть в FIFA. Закреплять результаты. Ага. Все, я вернулся домой, мы отлично поиграли. Ну как отлично, мы сильно проиграли. Потому что у нас команда была совсем не сыгранная. Короче, были испанцы, как потом англичане, не знаю, откуда он был. Короче, он говорил на английском, мы с Димой играли, мы говорили на русском. Ну, не было общения в команде, и вообще, мы плохо сыграли, проиграли. Ну, не это самое главное, это главное просто поиграть, да? Вот, а еще у меня очень сильно разболелась нога, я почти полматча, наверное, ну, может, не знаю, какую часть. Стоял на воротах, не мог бегать, и она мне не перестает болеть. Катя у нас что-то любуется? Что ты там любуешься? На ноги свои смотрю. Да, я сейчас буду кушать, потому что я не ел же. Сейчас хочется перекусить что-нибудь. Да не перекусить, а нормально поужинать. Ну, перекус же. Нормальный ужин – это большой перекус. Ну, хорошо. Хорошо. И я думаю, мы уже будем прощаться, монтировать влог, чтобы лечь пораньше, чтобы встать пораньше, и да. Так что, ребята, всем спокойной ночи, всем спокойной ночи, пока-пока. Хорошего дня. И у нас волосинки. Огромные волосы. Подожди, я еще один не вижу. Уже нет. Все, всем пока-пока. Вау, мы такие светленькие. Пока. Ютубинцы, спасибо за ваши лайки и комментарии. Люблю вас очень-очень.